Всем приветик. Идем из больницы, любуемся красотой. Ой, тюльпанов сколько. На улице прям благодать. Кто-то на лавочке что-то оставил. Мишка стоит. Забор интересный. Птицы прям поют. Ну, как в лесу, правда. Не в российской, по-моему, да? Машин очень много прям на улице встало. Ну, как обычно. А народу никого? Ну, народ тоже есть, но не сказать, что много. Мы просто вынуждены ходить. Проехали. Проехали. Такая прям аж пробки какие-то опять. Ужас. Сейчас. Ой, сегодня разбирала стеллаж свой второй, поменьше который. И думала, там вообще трупы стоят. Ну, нет, как оказалось. Есть пострадавшие, а вот эти вот растения, которые сейчас хочу вам показать, они стояли прям у стены сзади. Впереди другие стояли. Я поливала даже, знаете, вот всю зиму, не глядя, вот в горшок налила, в поддон там что налилось. Вот думала, все там погибло. Сегодня проверила. Ну вот посмотрим. Этот... Кто у нас есть? Ранксан. Мне кажется, он даже похорошел. Какой-то более насыщенный стал. Ну, растет пока. Вот еще надо эти покупать опоры. Ничего дома. Подходящего под него не нашла. Вот. Живой, красивый. Цветонос обрезала старый. Честер. Честер. Честер, молчит, не хочет разговаривать. Так, шифлера, за нее вообще думала, все, они же, если что, чуть что, сразу сыпятся. Но нет, она красивая. Ну, мне кажется, подросла. Не знаю, когда последний раз показывала. Вот, красотка. Какая Герда стала. Вот листья, я смотрю, вот магазинные, они были более какие-то кудрявые, что ли. А домашние все же растут. Цвета предостаточно.
простые. Ну и ладно, пускай. Все равно нарядная. Вот. Эта красотка, обожаю ее. И пересушивала. И что я только с ней не делала. Паразитика Лао. Вот недавно последний цветонос оторвала. Цвела всю зиму. Видно, даже по запаху я ее уже узнавала. Подойдешь к стеллажу, пахнет. Я говорю, ну цветет. Даже не засовывала нос, потому что далеко стояла. Обожаю просто эту хвою. Молодец, трудяшка такая. И листья красивые. И цветет, и цветы пахнут. И это вкусно. И ну все в ней вот мне нравится. Такая вот выросла. Не знаю, уже темновато, наверное, плохо видно. Это вообще... Увидела эти два листа, обалдела. Это вилоза. Смотрите, какие выдурили. Тоже вот только пересушивала. Ой, бедные мои цветы, честное слово. У меня одна беда, я пересушиваю. Вот. Ну, а про удобрение тут и речи не может быть, потому что мне было, честно вам говорю, не до удобрений всю зиму. Вот. Какая она у меня растет. Зябра еще. Ну, формировать надо кустик. Ну, такие листья прям. Ну, они уже под лампу буквально потянулись. Наверное, поэтому покрупнее стали. Филодендрон. Ой, как он называется-то? Ну, вы поняли. Тоже думала. Ему все конец. Но при этом я укоренила два, ну, как черенка, что ли. Один верхушечный, другой промежуточный, но он уже верхушку растит. Но тоже ничего так, сохранился. Зима для нас была тяжелая. Тем более на новом месте. Здесь воздух другой, суши намного. А я не любитель поливать. Кончики под лампу тоже уже упираются. Вот. Такие у нас вот цветочки подросли. Говорю, покажу немножечко. Ой. Сидят. Одна там сидит, другой на диване. Ну, а на стеллаже. Сейчас еще пройдусь. Ну, красивая шифлера, молодец. Не осыпалась, прям порадовала. Ранксан, какие листья шикарные. Вот. Не могу долго что-то говорить. Что говорить-то о них? И так все видно, правда? Умалять их красоту не буду. Прибавлять тоже. Красивые растения сами по себе. Вот. Куда пошла? Куда пошла? Бандитка. Ух, и бандиты у меня дома. Это кто? Принесла коробочку для цветов. Все, ее заняли. Люсь, ну не по размеру она тебе. Дочь. Вылазь давай, кукла. Ой. Надо коробки им сделать, они не могут без них жить. Люсь, а Люсь, о, чё грустишь? Люсенька. Обиделась, я ее сегодня ругала. Ну, еще раз всем приветик. Себя тоже покажу, что это я, мое видео. Шучу. Я не помню, честно, показывала вам. Вот фотографии выкладывали точно. Цветение хои Pubicalyx Red Button. Один. У меня было много цветоносов. Ну, по моей вине отсушила. Очень мало. То есть это уже повторное цветение идет.
Посмотрите, какая красота. Такие корзинки немного рыхловатые, но красивые все равно. Видно все. Сфокусироваться на них. Ну, не, никак мне в руках держать надо. Ну все. Надо было зацепиться чем-то. Нет опоры, надо опоры уже покупать. Ой, пришла возмутительница в спокойствие. Так. Прям вот она какая-то, не знаю, как. Ну, я когда первый раз она зацвела, мы с мужем были в таком восторге диком. Цвета какие-то, ну просто необыкновенные. Вот этому растению в январе было год. Сейчас покажу. На ярком освещении, на солнышке или под хорошим, под лампами, она выдает вот такие листы. Я уже, по-моему, показывала где-то еще с той квартиры, когда жили на квартире на другой. Темно. Видите, какие. Поэтому отсюда и Red Button. То есть у нее листья вот такие вот. Такие бордовые какие-то, вишнево-бордовые. Да, темно-красные, ну да. Даже не красные. Они еще темнее могут, то есть ярче быть. Ну, как бы изначально они вроде бы да. И красные. Вроде ничего такого особенного в листьях, но за ее цветение, тем более я так поняла, что она цветет часто. У меня публикалексов было много. По-моему, это один остался. Ну, потому что она вот в январе был год вот этому растению. С череночкой я ее выращивала. С маленького черенка. И она у меня уже второй раз цветет. И там еще вот, думаю, будет образовывать цветоносик. Ну, в общем, да, листья может. Но если только на солнышко ее поставить, и они все будут вот такие листья. Ну, в общем, красиво очень. Запах такой, ну, как у всех кубикалексов, что ли. Сейчас он не пахнет. Нет, вечером. Даже не помню. Ну, не особо навязчивый, не особо такой средний какой-то. Не знаю даже, чем пахнет. Вот. Люсь. Люсь, хватит! Нё. Вот нё и всё, вот нё. И так беда кругом. Вот так сделала. Ну, потрыхловатое немножко соцветие. Ну, красивое, необычное. Знаете, как я её зову? Мышатки мои. Мышатки. Ну, сейчас еще одну покажу. Ой, мне нравится очень. Это у меня зацвела впервые. Брала я, так, ей было в декабре было год, этому растению. Резала я прошлым летом, по-моему, пару узлов срезала с нее. Это у нас сейчас при собах. G0825. Не знаю, есть у нее имя такое, нет, не знаю. Ну, в общем, вот такие листья красивые, очень, очень красивые. Я ее показывала уже. Большие эти, хотя фантазийные, сплэшные. Ну, вот этот молодой еще лист. Ну, плотные, скажем, такие плотненькие. Ну, в общем, я-то ее из-за листьев взяла, естественно. Про цветение брала, еще даже цветения не было. Я ни разу, может, кто-то выкладывал, я не шарюсь ни у кого. Пришлось это, детей воспитывать. Воспитывать детей надо. Да, женщины. Да. Невоспитанных куча, включая наши. Вот. Забыла, что хотела сказать. Ну, из-за листьев, да. И на тот момент я говорю, я еще ни у кого не видела. Ну, я говорю, не намешаюсь ни по страницам нигде. Вот. Зацвела она у меня. Зацвела, как все вот эти, знаете, кремонтаны. Кто там еще-то забыла. Ну вот, смотрите. На большом усе. Да. Но все равно приятно. Год растению, чуть больше года. И вот он зацвел поближе на воде. Все равно приятно. Да, она не сфокусируется. Да, уже темно. Нам лампу надо. Она освещается, просто цветки освещают. Лампу. В общем, между узлей большое. Ну это, ну вот, голый уз говорит. Ну, многие, вот еще цветонос образуется. Да. Я не стала обрезать, думаю, подожду.
Ну вот на голову севут, они любят цвести иногда, правда. Вот такие, вот посмотрите. Это на стол положишь? Как положить-то? Мне сейчас все ляжет. Вот это положи на стол, может сфокусируется. Ой, на. Гвоздем прибью сейчас на столе, она же переворачивается. Держи. Держу. Без моего пальца, вот, подожди. Вот, маленечко сфокусировала. Вот так. Ну, увидели. Ну, кого тут разглядывать-то? Увидели. Ничего особенного, абсолютно. Можно было зацепить здесь вот так, вот, смотри. Сейчас. Ой, надо это. О, столько много всего надо. Ничего не работает. Господи. Да, главное, говорили это одно, а на самом деле... Ой, не хочу на эту тему говорить. Ладно, все. Я сегодня, знаете, у меня нервы сдали, я ревела. Честно. Так, я-то их вместе хотела показать, что как бы слон, моська. Конечно, это не самое крупное соцветие, да, вот у Бобик Алекса, но тем не менее. Какой Бобик Алекс, какое соцветие собака. Ну, у них листья шикарные. Вот так вот, что ли. Растут, ну, я вот вам сказала, этой, ну, обеим. Нет, вот это постарше получается. Той чуть больше года, а этой, наверное, полтора где-то так получилось. Ну, декабре мы получали, когда переехали в ту квартиру. Ну, вот и все, да? Ну, в общем, как-то так вот. У нас уже темно, говорю, не успеваем мы никак эти видео вовремя снимать. Вот такие вот у меня цветочки. Немножко вам показала, может, настроение поднимут кому-то. Не буду ни о чем плохом говорить. У всем сейчас тяжело. Всем. Я верю всем. Верю в это, что всем сейчас тяжело. Ну, будем держаться. Главное оставаться людьми. Потому что в такие моменты очень многие, как у Стивена Кинга, много есть произведений, где вот он как бы создает такую обстановку, описывает, да, в своих этих романах, там, рассказах, сталкивает людей, как бы, в это, вот, ну, такие вот ситуации. И там-то проявляется, кто человек, а кто нет. Вот сейчас наступило такое время. Я просто вот хочу, чтобы все люди оставались людьми. Это самое главное. И тогда все пройдет, все нас обойдет, и все будет хорошо. Вот. Кое-что купили к Пасхе. Может, завтра покажу. Так, яйца не купили. Вот. Завтра, наверное, да, сходим? Угу. Пересадочку можно будет снять. Ну, не знаю, я не знаю. Не потому, что у меня то одно, то другое, то третье. В общем, так, не хватает нам времени. Хотя вот тут, да, дома сидим, ну, можно сказать. Я-то точно. Муж работает. Вот. Ну, все, пожалуй, наверное. Спасибо всем, кто смотрит. Спасибо, кто меня поддержал, нас поддержал, наш канал. Просто, вот знаете, просто, ну, мне это, наверное, нужно было, честно. Может, кто-то опять посмеялся, ну, это их дело, их право. Ну, мне это нужно было. Нужна была ваша поддержка. Вот. Спасибо огромное. Всех вас очень люблю. Всем здоровья, добра и тепла. Всем пока.